Так, дорогие друзья, вечернее море. Здесь огорожено. Ну, на телефон, конечно, будет, я снимаю на телефон, будет передаваться очень плохо. Там, где света больше, наверное. Пойдем в центр этого городка. Вот вечером. Видите, как там впереди ресторанчик. Впереди ресторанчик. Прямо под открытым небом. Готовят рыбу и так далее. За музыку, конечно, YouTube меня забанит, наверное. Но я же не могу ее отключить, правильно? Эту музыку. Что мне сделать, скажите, пожалуйста? Ну, я тогда не буду снимать уже тогда. Не буду снимать, потому что музыка... Что сделать с музыкой, которая играет на улице? Расскажите мне. Это центр города. Сетанта-тре. А? Дуве? Да, а? Вот вообще один. Хочется мороженое? Ну, то надо куда-то щемиться, наверное, вот сюда. Но там не написано мороженое. Вот тебе как медведь с мороженым. Пошли займем место. Как тебе мороженое? А? Вас снимает скрытая камера. Хочется мороженого. Ну подожди, Лиля. Давай посидим потом. Разберемся. Я не вижу там мороженого. Вдруг и там вот есть мороженое. Ну так что, я ж, у меня деньги есть, я тебе дам. Ты должна сходить купить. А, я должна? Так, а какое? А где донат? Донат-то вон, бедно, стоит там. Так, ну вот, дорогие друзья, вот так, вот так, вот такая жизнь в центре этого городка. В центре этого городка. Вечером. Ну, люди умеют отдыхать, расслабляться, знать, что тут можно сказать. Очень большое количество пенсионеров, которые отдыхают, у них есть возможность сюда приехать на какой-то определенный период, 2-3 недели на месяц. И они здесь балдеют, скажем так, да? Балдеют. Так, дорогие друзья, показываю вам еще моменты классический. Вариант отдыха вечернего у пенсионеров итальянских. Заметьте, все одеваются элегантно. И наш Олежка и выходит на это. Он рубит. Лиль, что тебе, кошелек давать? Иди, где оно, то мороженое? Донато, давай себе дома джелато. Так, отключаемся. Олежка у нас вообще уже дрыхнет. Сегодня он наплавал. А? Ну, видно, что он спать так хочет. Прямо аж помирает уже, да? А у нас еще 9 нет. Это так море выматывает. Он наплавается, а потом, да, назагорает, наплавается. Его рубит уже вечером, уже он не может. Так, в 10 часов, в 11, да, ложился. А так уже бедный, уже еле-еле. Маленький мой. Может, дашь ему чуть-чуть? Руба. Я тут майку вымажу. Вот точно, вообще, блин, а вы вымажете? Ну да, поел. Что надо, да? Куда чем, Мора? Куда чем? На мне.
Так, друзья, вот, друзья, вот так вот все ходят туды-сюды, сюды-туды называется. Отдыхают. Ну что, показываю. Если меня YouTube забанит, ну что же мне сделать? Пока ты снимешь за музыку. Так, Лиля, уже на этих. Пойдем мы мороженое покупать, дорогие друзья. Все, пойдем покупать. Мы на дискотеке, дорогие друзья. Вот, дорогие друзья, начинается новый день, воскресенье. Воскресный влог начинаем, дорогие друзья. Море прекрасно. Просто потрясающе чистое, спокойное. Так, не знаю, там рынок у нас в центре. Можно ли там поснимать? Может, меня пошлют куда-нибудь с моими съемками? Ну, попробую, дорогие друзья, поснимать. Попробую поснимать. Какие цветочки красивые. Вообще-то преобладает на море, конечно же, такой светлый цвет. Видите, окрашивают белый в основном, желтый и так далее. А? Куда? Ну давай пройдем сюда. Смотрите, дорогие друзья. Красота. Вот это вот центр. Центр. Нам нужно только купить фрукты. Купить фрукты. Виноград, персики. Зайти в магазин. Купить молоко. Купить молоко. И нам особо ничего не нужно, дорогие друзья. Мы не сможем все это за неделю съесть, что накупили. Сделали по закупку продуктов. Ну, наверное, многовато сделали. Ну, обычный маленький такой рынок. Вы знаете, что? Просто покажу цены. 3 евро. Лиля, смотри, по 3 евро это все счастье. У нас в Балоне дороже, конечно, цены. Выше намного. А здесь и по 3, и по 5. Смотри, Лиля. Ну, я вам хочу сказать, южные рынки отличаются очень сильно от северных. На южных цены, конечно же, намного меньше. Здесь все так по бросовым ценам, видимо, у них большие закупки из Китая или откуда они тут штампуют. Ну, написано на этикетках типа Made in Italy. Ну, это китайцы, которые штампуют, значит. Китайцы, которые штампуют здесь в Италии. Так, дорогие друзья, вот такой вот рынок. Вчера здесь были танцы, шманцы, обниманцы, да? И сегодня рынок. Вот нам виноград нужен, так и персики. Пошли посмотрим. Так, ну вот такой рынок, дорогие друзья. Такой рынок. А?